Стрессует парень. Вчера же оперировали, да? Когда мы операцию? Вчера или позавчера? Позавчера. А? Позавчера. Позавчера? Вот. Вот так нас бьет. Чего он ест? Кролик? Цыпленок с кроликом. Цыпленок с кроликом ему нравится. Может, его все-таки на другую сторону переворачивать, с лапы стоит? Я его переворачиваю. Наоборот. Он все равно на него ложится, да? Как вздохнул ты тяжко. Надоели, скажи мне все. Да. Еще как надоели. Жить надо. И надоедать никто не будет. Бублик. 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 Да вроде глотает. Живет он здесь. Меховуху надо подвинуть к этому, к стенке. Через сколько он ест? Я по нескольку раз в день подхожу. Когда-то он ест, когда-то он не ест. Сейчас получше стал есть. Он встать хочет. А лапы нет. Не, я понимаю, что это от головы. Капельница на ноги не моталась. Да, он любит плавать. Сегодня как получается 1,5 банки съел. Ну уже. Чаще подходить, он и больше съест. Съест, теперь может и будет. Уже все, уже. Ничего не осталось уже. Так. Все? Молодец какой.